Верхнечелюстная Ну пазуха. да. Астенического телосложения больше пневматический тип, гиперстенического склеротического, то есть больше вещества, собственно, чем пустоты. Ну да, мы посмотрели компьютерную томографию, в общем, тут все понятно. Есть. Нам просто для определения точного или взаимосвязи факторов именно между собой не хватает вот ряда данных, до которых мы пока еще, скажем так, не дошли. Либо в их обсчете, либо в взаимосвязи. Костно-мышечная система, худощавое телосложение, гипотрофия, хорошо. Длинные вытянутые мышцы у них обычно, да, и как бы костная система тоже, она такая более субтильная. Подкожно-жировая клетчатка астеников называют фиброзным, жилистым таким сухожильным типом. Гиперстеников больше пастозных, склонных к отекам, как к судативному типу. С этим больше согласны? Да, видите, тут еще есть как бы два момента. Это терминология, которая применялась в первоисточнике, и то, что мы эти термины немножко воспринимаем на самом деле по-другому на сегодня. Действительно, я согласен, что сухожильно именно соединительно-тканные структуры будут превалировать, да? Там в норме будет больше и мышцы будут иметь какой-то баланс, а там будет явно выраженный жировой слой и подкожно жировой клетчатки, да? И отечность тканей, вот этот объем их за счет сохранения жидкости. Если брать, например, травоядного типа, мы говорим, что астеники – это больше хищники, им нужно сухожильный тип, быстро развивать, резкий. То гиперстеники более такой жвачный, вспоминаешь такую пасущуюся буренку, которой некуда торопиться, развивать какие-то резкие движения. То есть, в принципе, укладывается. Увлажнение кожи. Если говорить все-таки о гиперстенике, это извилик секреции, саливации, потливость, например. Астеники больше с точки зрения желез секреции все-таки сухость покрова. С этим более согласны или... Знаете, самое интересное, что у астеников нет такой потребности в жидкости. И если бы они ее осознанно компенсировали, то этой проблемы бы не наблюдалось. И вот еще один момент, который, да, имеет большую роль, это вот эти факторы образа жизни, там, гигиены и прочее, что если бы люди сами понимали, чего им конкретно не хватает для поддержания тех или иных функций, то и проблем со здоровьем у них было бы меньше. Поэтому мне кажется, что вот эта идея, да, ее развитие, оно может быть полезно не только клинически, но и паллиативно, потому что, да, как какой-то определенный стандарт, который можно выявить. Ну, вот как паспорт, да, мы там давно говорим с микробиологами, было бы здорово сделать паспорт полости рта и посмотреть, особенно у пациентов с парадонтологическими проблемами, чтобы если поменялся доктор, пациент переехал, ну или условно для себя, или там произошло повторное обострение, понимать, с чего мы начинали. Так же, как доплерографический паспорт, потому что у каждого индивидуальный ток вот этих активных ферментов в разном свете, он, то есть, да, и скорость течения объемного кровотока, она тоже разная изначально. И вот какой-то набор факторов, вот я могу сказать, что вот этот перечень компонентов имел бы смысл тоже объединить в одну вот эту генетическую картину, да, ну там, или не фенотипическую. То, что, по сути, мы можем их внешне наблюдать или в результатах исследования и использовать на пользу людям для того, чтобы компенсировать, опять же, какие-то нежелательные последствия. Если это многоэтапное лечение, условно, мы санируем пациента или работаем с ним там, да, ну, как бы не сразу хирургически, там, или ортопедически, ортодонтически и так далее, то мы можем вот этот хирургический состав предвосхитить и те разработки вот этой фармакоподдержки на системном уровне или то, чем мы занимаемся сегодня на местном уровне с помощью еще средств регенерирующих, оно, в общем-то, тоже идет как бы в ногу вместе вот с этой концепцией. Опять же, задержка жидкости у гиперстеников, у тех нет потребности в этой жидкости, опять же, полярно. Периоральные мышцы, то есть мы говорим о жевательных и мимических мускулатуре. Усталость, гипотонус астеников и у гиперстеников, наоборот, это слишком тонусные мышцы, это бруксизм, это кленчинг, это триггерные точки. С этим больше согласны вы? Знаете, мне кажется, что вот здесь имеет смысл учитывать классификацию Павлова о типе нервной деятельности, потому что она будет очень сильно и выраженно влиять, когда мы можем наблюдать гипертонус, наоборот, у пациентов астеничных за счет легкой возбудимости и лоббильности, и наоборот, полное отсутствие гипотонуса, потому что, ну вот, условно, этот человек находится в состоянии комфорта, он уже поел. И ему, в общем-то, напрягаться не надо какой-то там, да, длительный промежуток времени, потому что есть запас еще питательных веществ подкожной жировой клетчатки. И при своем типе нервной деятельности, флегматическом, например, да, флегматичном, вот у него не будет таких проблем. Максим, конечно, но я вот вашу мысль берег до этого момента, потому что вы сказали, что
у гиперстеников стресс не виден. Почему говорят, мышцы – это выпускной клапан стресса, то есть по нему не видно, но у него он вот так вот с ним справляется через мышцы, через бруксизм. То есть он в этом плане больше, фактически он стрессует, просто это не так видно. И поэтому он как раз через мышцы, он стискивает зубы, он внешне это не проявляется экспрессией астенической. Поэтому я думаю, что я в пользу все-таки больше «да». Я имею на этот счет одно интересное наблюдение по поводу того, у кого чаще сводят мышцы. Так вот, как оказывается, мышцы сводят чаще у тех, кто ими меньше работает. А у людей, привыкших к активным нагрузкам, обменным процессам и так далее, даже в состоянии перегрузки, есть механизмы, которые препятствуют вот этой недостатку там, кислорода и питательных веществ и так далее. И у них не возникает самое интересное. Поэтому, ну вот это как-то параметр. Если вы позволите, давайте еще оставим какую-то дискуссию. В НЧС у пациентов с стениками у них чаще всего вправляемый вывих, у гиперстеников невправляемый вывих. Чаще всего, опять же, если брать, например, вот представьте долю лихоцефала, у тех, которые челюсть может выскочить, потому что спинной бугорок не выражен. И пациенты, наоборот, гиперстеники, это второклассники, у них вот отродненное открывание рта, наоборот, то есть другая крайность. Поскольку мышечная масса здесь имеет больше, да, ну, объем, большее значение, то, конечно же, а поскольку тело еще все-таки относительно сплющено, да, то есть мы сравнительно все время рассуждаем, то, конечно, при вот этих вывихиваниях от горизонтальных или угловых нагрузок сложнее встает сустав, потому что он все-таки имеет вот это ограничение подвижности за счет именно мышечного каркаса. Почему у людей с хорошей развитой мускулатурой, ну, риск переломов скелетных костей намного меньше? Потому что эти мышцы находятся в сравнительном тонусе все время. Да, но если эти мышцы, в смысле перелом происходит со смещением, то вправляется он также сложнее. Просто потому что эти мышцы вот этот поддерживают постоянный тонус и обмен состояния. Все верно. Боксер, который стискивает зубы, попробуй ему сломать челюсть. И человек, который открыл рот без капы. Тип лица астеничный, вертикальный, тот горизонтальный. Стенки альвео. Вы сообщили такую гипотезу, что у пациентов с быстрым обменом веществ они быстро тают. Соответственно, получается, что астеники, даже выраженные функции остеокластов, помноженные на то, что у них дефицит кровообращения, все это приводит к тому, что тонкие альвеолы и низкий метаболический потенциал лизис происходит быстрее. У гиперстеников замедленный тип метаболической активности, соответственно, мы получаем сохранность костных стенок. Болезни пародонта. Ну, мнения наши разделились. Я бы все-таки, опять же, за счет того, что у них регенерация больше в сторону дистрофических компонентов, а у гиперстеников гипертрофических, я бы все-таки вот на этом пока оставил желтую, то есть такую пограничную форму. Темперамент, мы сказали, не доказано, да, то есть мы, в принципе, мало данных. Это со стенниками, да, что он вроде бы спокойный, но как выведет из стресса, как он будет работать после триггера, это большой вопрос. Гиперстенники, ну, все говорят, там, пухлые люди, они более добрые, худые, там, более злые, но, опять же, как поведешь, да, как поведет. Цвет слизистый, бледно-бордовый, да. Да-да, вернемся, пожалуйста. Можно попросить, да, два буквально маленьких момента. Конечно. На тот момент не было культуры дыхания. Ну, скажем, да, я не знаю, как это правильно назвать на сегодня, но вот этой респираторной культуры не было. Это раз. Второе, что все-таки туберкулез на тот момент не лечился. И проблемы с легкими у пациентов астенического типа, а у них очевидно, что за счет вот этого гипотонуса мышц ротовое дыхание. Я думаю, что было в результате клинических наблюдений первично для того, чтобы отнести в их категорию болезни дыхательной системы. Также, как, ну, как пример, считалось, что женщины, которые принимают гормональные контрацептивы, чаще страдают раком шейки матки. А на самом деле дело в том, что женщины, которые принимают контрацептивы, чаще посещают гинеколога, вообще они его посещают регулярно. И, конечно же, на фоне вот этого всего общего количества женщин у них чаще выявляет рак шейки матки, а у остальных вообще не выявляет, потому что они туда просто не ходят. Касаемо стенки альвеол, выработка остеокластов – это одно из фундаментальных исследований, является результатом на стресс. И даже если стресс произошел, а ализировать нечего, остеокласты все равно выделяются. Клеточный стресс, неорганизменный, даже клеточный стресс. Да.
Ну, это может быть и стресс восстанавливающихся и растущих тканей, и стресс психоэмоциональный в том числе. При психоэмоциональном стрессе, при общем, выделяются остеокласты, их титр возрастает. На самом деле это происходит за счет того, что начинают объединяться между собой макрофаги. Там дело не в, как бы, не в самой потребности в образовании остеокластов, а что организм, он концентрируется, да, он свой аккумулирует ресурсы, как состояние агональное. То же самое же, происходит очень активная перестройка. Или, в пример, можно поставить анафилактический шок. Люди, которые пережили шок, ну, да, как бы в состоянии, они не болеют аллергией больше никогда, потому что перестраивается иммунная система. Это тоже одно известное интересное наблюдение.